Молодежные центры Новосибирска и Бердска изменят формат работы, а в удаленных районах городов появятся организации для досуга и развития подрастающего поколения. Сегодня в правительстве подписали документы, которые устанавливают ключевые направления работы. Федеральный закон наделил региональные власти полномочиями по развитию молодежной политики, что привело к появлению новой программы. В соответствии с планом скоро перепрофилируют учреждения в зависимости от потребностей молодежи, а также расширят сеть этих центров, чтобы у подростков была возможность посещать их в шаговой доступности. В правительстве отметили, существующий формат работы с молодежью не менялся с 90-х годов и требует серьезной перестройки. Сегодня нужно будет смотреть и какие-то, возможно, новые площади, в том числе и вводить в эксплуатацию в этом контексте, для того, чтобы обеспечивать именно доступ в конкретной территории, где молодежь проживает, расширяя те горизонты возможностей, которые появляются у тех центров, о которых мы говорили выше, то есть порядка 20 в городе Новосибирске, один в городе Верске, но присутствие, да, оно может расширено именно в географическом смысле быть максимально.